Придумал. Нет, Шунь, слишком высоко. Я не достану. А ты не можешь подпрыгнуть? Вдруг дотянешься? Сейчас попробую. Ой. Добрый вечер, друзья мои. Здравствуйте. А что это вы тут делаете? Вы что, готовитесь к конкурсу прыгунов? Дядь Юра, как хорошо, что вы пришли. Помогите нам, пожалуйста, снять часы. А зачем же? Только мы вечером разыграемся, вот эта вот кукушка нас спать зовет. Да. Так ведь она же правильно делает. Пришло время-то уже готовиться ко сну. Да. А мы не хотим. Вот я, например, могу раз сто подпрыгнуть, и спать мне нисколько не хочется. Шуня, давай в салочки играть. Давай! Нет, подождите. Вы просто разыгрались, и вам трудно успокоиться. А зверятам и ребятам очень важно вовремя ложиться спать. Потому что если как следует не отдохнуть, то знаете что? Можно даже заболеть. Да вы что? Конечно. Заболеть? Да. От того, что не спать? Сон очень важен и для взрослых, и, конечно, для таких маленьких, как вы. Конечно. Только во сне по-настоящему можно отдохнуть и набраться сил для будущего дня. Так вот почему кукушечка нас спать-то зовет. Ну, конечно. Мы теперь нашу дорогую кукушечку всегда слушаться будем. Все, Шуня, давай спать. Правильно, дядь Юр? Конечно, только ко сну приготовиться нужно. Если, скажем, вы играли, положить игрушки на место. Обязательно умыться, почистить зубы. Вот. А знаете, кстати говоря, что лучше всего помогает заснуть? Что? Хорошая конфета! Да нет же, Кокси. Нет, не конфета, а хорошая сказка. Ой, а вы нам ее расскажете? Ну, обязательно, конечно. Так, слушаем. Жил-был зайчонок Шустрик. Больше всего на свете он любил прыгать, бегать, играть с друзьями в мяч. И ужасно расстраивался, когда мама вечером звала его домой. Шустрик, домой! Уже поздно, пора ложиться спать. И кто только выдумал этот сон? Сколько времени зря пропадает? Целую ночь можно было бы играть в мяч. Шустрик, где ты? Пора в кроватку. Ну уж нет, хватит с меня. И решил Шустрик, что больше никто и никогда не заставит его попусту время терять. Ложиться спать. Пришел Шустрик домой, лег в кроватку и ждет, когда мама уснет. Мама уснула, а Шустрик прыг за дверь и улизнул. Чем бы заняться? Побегу на реку и искупаюсь. Прибежал Шустрик на реку. Попробовал лапкой воду. Холодная вода. Удивился Шустрик. Как же так? Я сегодня днем в реке купался, и вода была теплая-притеплая. Вдруг слышит зайчонок, рядом будто кто-то смеется. Оглянулся зайчонок, глядь, на листе кувшинки сидит большая лягушка. Глупый ты, глупый, вода в реке потому теплая была, что ее солнышко согревало.
А почему же солнышко не может и ночью воду в реке согревать? Вдруг кто-нибудь искупаться захочет? Посмотри, Шустрик, все жители реки спят крепким сном. Поэтому солнышко ночью и не выглядывает. Само отдыхает и другим отдохнуть дает. Удивился Шустрик и спрашивает лягушку: и не жалко ему на сон драгоценное время тратить? Если солнышко вовремя спать не ляжет, то встанет утром сонное, сердитое, начнет за тучки прятаться, и пойдут по всей земле дожди да грозы. А если отдохнет? Отдохнет за ночь, любо дорого посмотреть. Каждого согреет, приласкает, и всем на земле станет тепло и весело. Значит, если мы не будем вовремя спать ложиться, то тоже будем весь день уставшие и недовольные? И станем друг с другом ссориться вместо того, чтобы играть весело? Конечно, ведь только во сне мы можем отдохнуть как следует и сил набраться для новых дел, новых игр. Ой, заболталась я тут с тобой, а ведь мне тоже пора спать. Ой, ну беги, малыш. Ой, спокойной ночи. Ну уж нет. Не хочу я завтра сонным ходить, да с друзьями ссориться. Я лучше домой побегу и тоже спать лягу. Встану утром веселым и с новыми силами. Ой, хорошая сказка. Да. Я теперь всегда вовремя буду спать ложиться. Ой, как спать хочется. Ой, спокойной ночи, ребята. До завтра. Спокойной ночи, дорогие мои. И храни вас Господь. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.